Хода. Ну все, ступить, куда пойдешь? Вот здесь в замок королевский посмотрим. Куда пойдешь? А потом туда, вот в церковь. Вот. Я вас догну. Луки тут есть, стрелы. Можно пристрелить себе дичь на обед какую-нибудь. Мы сейчас находимся где? В Будапеште. В Будапеште, в Буде, в дворце этого. Там есть такие ворота интересные, с вороной, которая украла перстенек. Печень вкусный глинтвейн. Там не чувствуется особого сильно присмака корицы, и он поэтому очень прикольный. Понятненько. Дяденька, который не может укротить зверя, потому что это не лошадь, как иногда думают. Это какой-то дикий конь. Нет, это же единорог, смотри, Свет. А, единорог. Просто у него пошел просто на сувениры. У дяденьки большое желание. Единорога. Ему надо загадать желание. А, так и на сувениры же его распиляли. Тут цветочки цветут. А там есть красивейший фонтан. Мы сейчас Свет нам про него тоже расскажем. Это фонтан. Красивейший фонтан в Будапеште. А в Буде мы находимся не в Пеште, а в Буде. Да. Поэтому очень красивый фонтан. Там люди, кони, цыгане, все перемешалось. Чувак лося завалил себе на обед. Ну, завалил просто. Так что такое красивое место здесь тоже. Да. Значит, на самом деле мы раскусили. Дядя, он не упал с коня, он ему дает в челюсть, потому что он не держится за это. А еще у коня большой генофонд, как сказала Света. Большущий. Что ты думаешь, Наташа? Повезло коню. Гуляют тут разные туристы. Что это за ворона? Крала в памяти курада начальника Гербалайфа. Сейчас я спрошу у него, как похудеть и буду худеть. Это панорама города Буды. Потому что до Пешта мы так и не дошли. Пешт на другой стороне. Потому что на другой стороне, да. И ну, не факт, что мы туда дойдем. Мы сегодня там будем парить булки. В Пеште. Мы будем парить попки. Да. А что, кобыл не было, все только на конях ездят. Так что там за замок? Что там за замок, Наташа? Замок Вайдахунят. Ну блин, хороший замок. Ты нас туда поведешь? А с другой стороны, все-таки ж хуйня замок. Да. Свет, что там? Синагога. Синагога? Почти в синагогу лучше. А где Сашка? Замоним грехи. Синагоги. Сашка ушел к Гоге. Смотри, какой мальчик с птичкой на голове. Венгры, короче, очень хитрый народ, поэтому они на памятниках, чтобы голуби им не срали на головы, приделают голубя. И тогда голубь видит, что занято, и не садится на памятник. Станет мусульманской провинцией, нас тут не взят. 16-17 век, Венгрия мусульманская страна. Все христианские церкви разрушены, на их месте мечети и минареты, в исключением буквально вот одна из них, это собор короля Матиаса. Тут везде рыкают львы и злые. Мы уже спустились и теперь идем через мост снова туда, откуда мы пришли. Что-то, наверное, футбол какой-то, нет? Футбольные бурды. Что это такое, Саня? Это Порше. Ой. Они едут, и они в очках. О! Сейчас. Сведения, которые рассказываются и выделить из личного бюджета 5 км. Чтобы еще рассвернуться, путешествовать. И отправляешь их в какую речку? Дунай. Ура, Дунай! Анька тоже решила приспеть в Дунай. Короче говоря, Дунай очень чистая река, поэтому туристы его загрязняют деньгами.
у тебя бумажник с картами? А картами туда не принимается. Сильное течение. Итак, внимание. И ветер сильный. Итак, Саня решил раскошелиться и отправляй. Опа! Куда-то туда. Ура! Теперь вы точно вернетесь. Теперь вы все три точно вернетесь в Будапешт. Ура! В президентском дворце города Праги. Вечерняя Прага. Мы уже... Чем мы так поздно-то? У нас времени нету, да? Да. Потому что красиво вечерняя Прага именно. Красиво. Отличим венгерский от чешского? Ну, это с картошкой в этот раз. Ну, видишь, в чешском у Алиши есть картоха, да? Ну, а в другом в том нет. Было? Было мелко, чуть-чуть, да. Старая площадь города Праги. Здесь центр города. Мне здесь нравится, здесь круто. Красиво. Очень. Чуваки тут есть, которые тебе нравятся очень. Да. Я снимаю. Мальчики 50. Ну да, гали. Мы приехали на Чешское озеро, где куча красивых белых лебедей. В общем, они такие проглоты, сумасшедшие. Вот. Надо просто кормить беспрерывно. Я прям как это, Чурикова, понимаешь, репортер. Короче, тут лосятся. Такое ощущение природы. I'm not afraid of the dark.